12 штук заноса по ветру, метров на 50 отношу. Разделились они на две партии, ниже 6 и выше 6. Это нижние, и он выше верхнего. 12 штук набирают высоту, идут домой. 6 вверху, 6 внизу, хорошо. Разделились. Первые сразу поперли, он готовый уже. Отлично, отличный полет, дай бог, сегодня будет еще. Вот нижние, на гору не берут нижние. А верхние хватанули нормально сразу. Верхних не могу поймать, ты смотри. Можешь, они вроде тут. Ну ладно, пойду с голубятни их хватать. А вот он, шестерка верхняя. Или это нижняя, блядь. Это одни 6 и другие 6. Отлично. Собираются они, вот 12 штук уже вместе почти. Я еще не дошел, но так по пути иду. Снимаю. Собираются, высота нормальная. Под метров под 100-150. Классно, 12 штук. Все кучно так. Вот они, кучка, 12 штук. Конопатова не погнал вчерашнего, и две в середке не погнал, которые вчера отлетали по часть 40. Этих сегодня нет. Это другая команда. 12 штук набирает высоту. Значит, там Паша тракторист, Иванка Кременского, Киев, Слава, Конопатая, Александр Кременчук. Вот в этой команде. Белые по Стаса Волка. Команда отлично набирает 12 штук. По Андрея Маслина Дударька и 2 на 1 полосатый. Набор высоты отлично, 12 штук. Кучно набирает высоту. Высота метров 150-200. Высота 250 метров. Так кучные стоят. Классно так. Не могу даже дойти до дома, как они набирают высоту. С каждым этим. Кучно, красиво так. Завал. Ё-моё. Как радует меня голуби второй день. 12 штук на высоте уже. 200 метров. Ну бери ты, сука, камера. Вот они, вот поймал кучу. 12 штук, молодые, старые. Кучно, красиво. На высоте 200 метров. Молодцы, молодцы. Хорошо. Хорошо, никто никуда. Отлично, ребята, отлично. Высота 350 метров. Не могу я дойти до этого. Они выше и выше берут. Ты смотри, с каждым шагом все выше и выше. С каждой минутой выше и выше. Также кучно, 350 уже метров. Также кучно. Молодцы, черти. Ну давай же, давай, камера, бери, бери. Все над домом, кучно. Ё-моё, все выше и выше берут. Какая там уже, все, 400 метров высота. Ёршкин кот. Камера, бери, бери.
Вот, на макушке дерева сейчас попробую. Макушка дерева, вот они. Вот они, вот они. Класс, все вместе. Хорошо. Хорошо. Три, три, три. Все 12. Молодцы, держатся все. Молодые, старые. Класс. 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 Ветер западный, метров 7. Порывы 7-5. Чуть оттяжка пошла. Тройку кинул, троих, все 12 штук стянуло. Порыв ветра был сильный, вот я еще троих кинул со двора. Трех со двора кинул. Это который сейчас 40 отлетал, вот этот вот. Одна молодая, это девочка по Руслану Амельченко. Это голубка по Амельченко, ее прижали сюда. Голубка 3 года живет, ничего нет, это первая голубя прижали. Вот троечку подкинул тут со двора. Не говори. Тройка со двора. Набор все покупают. А тех всех стянуло. Высота была 300, может, 350 метров. Всех стянуло. Порыв ветра пошел где-то метров 10-12, может. Сильный порыв. Больше не порог, вот это мясо. Ребрышко или мясо, да? Ну или мясо, или все там. Ну, ребрышко, он же старый. Такой. Не, он покупает, он же старый, ну, забазарится. Двое двух старых, ну, и одна молодая, по Руслану. Ну, я говорю, вот порция у меня большая. 12 штук нет, стянула. Высота 300 было метров. И пару тащила их. Может, повыше были, по 350. Эта тройка здесь невысоко, подкинул, чтобы был маяк. Маяк. Для тех, кого нет, чтобы они видели. Троечка здесь вот, даже тройку нижнюю стягивает. А верхних так вообще стянуло. Ох, обрадовался я так. Ну, порыв ветра пошел. И все-таки их потянуло. И этих тянет, даже этих тянет. Ну, все голуби там готовы. О, даже этих тянет. Сбила высоту и низом пришла. Считаем, 3. 4, 6, 8, 9 штук. 9, значит, нету. 3 белых там, а остальных пока не видать. Что-то осталось. А вот еще одно что-то. А, это 2 середки. О, вот еще, это же из первой, да? Что-то в середке. Из первой. Да. Я 6 кинул. Да. Все, пришли, пришли, собрались. Сбили высоту где-то и подошли. Вот вся эта толпа. И вся, троих нету. Был сильный порыв. Вот она еще что-то прется. Вот уже двоих нету, да? Да. Ну, получается, практически все. Ты сколько? 3, 3, 6 кидал? Да. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И вот одно 17. 12 и 6. Нет одного. Одного нету. Вот он. Это одно 17, одного нету. Все, одного только нету, а так все здесь. Все собрались. Но сильный порыв не дал им как бы полетать высоко. Ветер, не надо, ветер ураган. Да, был сильный порыв. Когда было тихо, они поднялись за 300 метров. А сейчас все это все опустились на уровне 30, 40, 50 метров. Они сейчас стоят. Вот все. Потому что ветер был сильный порыв. Ну, ты... вот все здесь, ну хорошо, ни один не потерялся, высота была сильная. Все, значит, представь, все сложились, никто не завис, никого не потянуло. Все сбили высоту и низом пришли. И старые 2 в середке нету. Ты кидал? Кидал. 2 в середке не темных, а 2 в середке светлых. Ну. 2 в середке темных не кидал. Ну, мою не 4.07 кидал? Нет. А, я ее ищу. Не. Там я кидал 3. Вот, а 3.13, вот, а. 3.30. 3.30. 3.30 там. А твою не кидал. Она ж у нее полкрыла, и она на гнезде сидела. Вот ее сейчас там, этот самый, ее муж там, 2 на 1 голубь. Муж. Горловку я погнал. Тяжелый, но пошел. Хорошо, что ты его сразу узнал.
Где он? В задних, наверное, да? Да, вот он самый нижний. Самый нижний в четверке? Сейчас самый нижний вообще. Еще вот он, открытый. А, вот он, самый нижний. Все, понял. Вот он. Ага. Ну, он самый тяжелый. Я его сейчас на диету сажу, все. И будет он в первых, понял? Посмотрим. В отсидку, сегодня вообще не ест. Посмотрим. А что, нет он у тебя? Есть, но он не кормит. Да такой голубь. Есть такие, знаешь, сами жрут, а... Он уже поднадоел, да? Уже поднадоел, уже пора ему работать. Как мне это, как мне чужачка, 5 лет. Я ее держал, ничего не взял, блядь, и загнал. 5 лет она у нас жила, ничего не дала. Ну, это 3 из них, я тебе рассказывал, что у меня ходит такая голубка, не важно. Ну? Не лёд. Ну? Ну, видишь, всему свое время. Всему, Андрюха, свое время. Она тоже первый раз сегодня. Ага, она сегодня тоже первый раз. Это уже не низкая высота была. Классная, когда они только кинули. Я не успел дойти, они были на 350 метров. Молодец. Ну, он такой всегда. Не, я кидал его последним. Хороший. Крыло порвать. Да. Они что с гантельками? Задавил ветер всех. Одна ласточка осталась у меня, Сашина. И все, всех придавил ветер. Все зацепились. Может, с крыши кто будет срываться. Ласточка здесь. От камеры. Надо переключить. А, вот она, вот она. Сашина ласточка, прошлогодняя голубка. Как она раскрывается, иногда ласточкой становится. Маневр у нее такой. Все сели, к сожалению. Вот Иванка пришла из 12 штук. Вот она рябомыза, видишь? Кременского. Стальная. Стальная Кременского Иванка. Подошла, вот ее не было одной. Одной же не было, да? Мы считали, как, да, одной, как не было. Одной не было. Да, вот она пришла. Молодец, да. Вот рябомыза. Да ну что, ничего, просто хорошая голубка, будем гонять. Вот вчера не было вот этой. Вчера она не было, сегодня пришла. Полосатая рябая, да, в десятке она была, самая первая она. Самая первая она пропала сегодня дома. А Иванка вот она. Иваночка здесь. Кременского. Иванка. Она вчера тоже летала? Да. Вчера была в десятке. Ну, тоже недолго, они первые вот как бы от этого. Поотваливались, да. Ну, они самые не готовые, понял. Они еще как. Они еще не готовенькие. Только начинают. Ну, приходит и то хорошо. Иван. Камера снимает, вот она стальная, она снимает как черная. Вот она стальная, камера снимает, как будто она дребчастая, понял? Что за камера? Часу 50 минут. Троечку со двора погнал. Вот они. Такие не готовенькие немножко, но значит это стальная, шарики я называю Кременского. Это полос 2 на 1, наверное, дрябчастая. По нашим с Андрюшей голубям.
и один полосатый. И один полосатый по Херсону. Вот троечка со двора. Это такие неготовенькие голубята. Я их рано кидаю, чтобы они тут днем. Две на одну по нашим, две на две по Херсону. Андрюхин рябый и моя голубка. Две на две по Херсону. Так я их утречком кидаю, чтобы они были на крыше. Это я их так подготавливаю, скажем так. Не гона, подготовка, чтобы они видели крышу так. Никуда ничего. Кременская бы пошла. Я ее немножко прижали. Эта голубка мне нравится. Я ее называю шарик. Как Сергей Детушев говорит, всем нравится, когда хвост до ушей и крыло наперед, так что я такой же, как и все. Одна голубка мне по Кременским понравилась, молодой. Ну это подарок, подарок. Она мне понравилась сразу. Вот эти голубятки будут целый день тут сидеть. Сейчас 6:30, я их кидаю, ветерок. Ну я им не, пока от них не требую многого. Лишь бы, чтобы они немножко-немножко знали дом. Это пока для этих голубят это привычка, приучение их к крыше. Я делаю. Это бы полетало, конечно, но не с кем. Это кременского шарик, косматая голубка, которую я когда-то месяц назад увидел у него. Она мне сразу в глаза бросилась. И он мне ее подарил. Так как понял, что она мне нравится. Голубка отличная. Такая столбом идет вверх. Я ее в основном в составе не кидаю. Жалею, честно скажу. Признаюсь. Она мне очень нравится. Ну, не то, что она это, она подкидывается, все. Но в основном в составе не гонится. Малых кинул, сплошная кременского, и один беленький мой чай-чай его называю, тоже они так еще не особо готовы. В общем, всех утром не особо готовы бросаю, чтобы они на крыше были, тут изучали крышу. Это беленький у меня по Саше, Саша Кременчук. У меня есть его голубь, такой сероголовый, а это из-под него голубенок. И рядышком кременского голубя. На выставке в Лисичанске я ее у него взял. Ну так, я этих молодежь я так приучаю потихоньку. Потихоньку крыша. Погода хорошая, сегодня ветерок. В 6:50 я уже был возле голубятни. Сегодня будет хороший репортаж, буду снимать. Сегодня у нас праздник. То ли день области, то ли день зари. Ну, в общем, какой-то праздник. Будет выпуск голубей. Витя Андрюха Кременской будет выпускать голубей у нас. Почтариков дома, может, белых, своих дам, бескружных. Кременская полезла. У того силы не хватает, у белым. Витина Кременская полезла. Надо дать подтяжку им. Ох, как сыграли, молодцы. Молодец, этот чаюнчик мой. Полезли вверх, но высоту еще не знают. Надо дать потряжку. Пока я вышел уже
Кременская на такой, на отличной высоте. А вон они, ё-моё, надо давать потряшку. Как полезла пара. Пара уже на 150 высота. 150. Вот какие кинул молодых. Как попёрли вверх. Молодцы, черти. Кременского голубка и мой светленький. Чаем-чая называю. Даю потряшку и время от времени снимаю. Ах и молодцы, пара, молодца. Не готовы еще, но полезли вверх. Кременская и посашенным беленький. Класс. Ё-моё, они берут и берут высоту. Надо тряхать. Эти голуби не готовы на такую высоту. Вон они, вон они. Чуть оттяжку дают. Светлого уже не вижу, но вдвоем они держатся. Надо тряхать. Белая ходит высотой 200 метров. Попробую поймать. Где-то вот здесь. Молодой белый первый раз. Не фокусирует камера, но белый ходит. Сплошной не вижу. Ну ничего, ничего, должен сесть. Белый в горе чуть гуляет, но он первый раз, ё-моё. На такую высоту кременской нет. Этот потихоньку начинает сбивать высоту, молодец. Сбивай, сбивай. Попробую поймать. Ветер хороший, холодный такой, я замерз. В шортах. Вот где-то он тут. Сука, не фокусирует камера, блять, на голубом. Где-то он здесь. Чуть на проходе. Вот, где-то тут. Он фокусирует дерево. А его нет. А он же что-то тут где-то. Вот он, поймал белого на проходе. Вот он. Прошел собака дом. Но ничего, сбивает высоту. Не готовы, не готовы к такому полету. Уезжаю на дачу, накидал голубей так. Пары этой так и нет, которая поднялась. Белый прошел наперед. Кременская туда назад. Не готовы были голубята. Пошли вверх. Ну, оставляю это на крыше. Ставлю воду. И уезжаю на дачу. Ведь вечером приеду. Вон голубей, которые гонять прикрыл. Молодежь немножко кормлю тут. Молодые такие еще, которые не это. Такие, у кого голубята, кормлю. Остальных на крышу. Гонные прикрытые. Форточку открою. Потому что много я на крышу накидал. Из старых голубей, которые сидят на яйцах, на голубятах. Так что форточки открываю, литки. В основном я литки не открываю, но сегодня открою, так как много я потряхивал, накидал туда голубей. Ну и все, уезжаю на дачу, что там на даче. Говорят, вчера без меня там тоже летали голуби. Литок оставил открытый. Все, водичку поставил. Дай бог пара придет. Хорошая пара такая. Нравилась мне. Но не готовы они были до такого подъема. Но целый день, сейчас только начало седьмого, время. Уже 7 часов 20 минут. Целый день есть, прохладно. Я думаю, что никуда они не должны деться. Хотя одного уже молодого я загнал, беленького тоже так оставил на крыше. Он у Вити Гарбора там отметился. Был у Вити Гарбора и так домой не попал. Одного белой пропал. А пошла, значит. Что ты принес, рассказывай. Так, вот это прошлогодний голубь. Так. Мы перепороли, ну, с линцой, понял? Ну, ага. Погоняешь. Может, и слышишь, раз свинцой, может его на дачу взять? Ну туда, на Кудряшову, ага, конечно. Хорошо, где он, кстати? Вон, вон на полку сел. Ага, понял. На Кудряшову отправляй. Угу. Это, как ты называешь, валенки? Так. Это молодой, из почерных. Угу. Ну еще не подкидывали ничего. Ну ты просил попроще. Вот. Угу.
Есть такое. Ага. А это не подкидывали вообще? Не-не-не. Да не может быть, вы всех сразу. Не, кидаете. Ну вчера так подкинули, но оно еще. Угу. А это с новой пары, ну, еще не знаем. Угу. Голубка лечится, а голуб Славкин. Ну, это первый год вот это. Понятно. Ну, это вообще еще проще даже. Хорошо. Значит, я их беру на дачу и там гоняю. Да, да. Все, договорились. Пара от Ущеки и Жени на это самое, на дачу, на полигон. Два молодых и один прошлогодний. Хорошо. Есть такое дело. Все, отвертка. Погнали птицу. Вот они. Сегодня со двора праздник, оцепление везде, так что погнал со двора. Сейчас посчитаем, сколько. Ветерок такой порывистый, как вчера. Так, вижу 3 белых, 4 темных, 7 и тут 4. Значит, 7 и 4, 11 штук что ли, 11 штук набирают высоту. Красиво, сейчас они сойдутся все вместе. Так, там, значит, Андрея 2 на 1, Слава на Стальная, город Киев. Вот они все над домом, подошли, собрались. Не знаю, пойдут вверх или нет. Немножко там старых, немножко молодых, все над домом. Кучно стоят. Да. Только подкинул. Блондин кидал, молодежь. Да? Ну шо? Да шо, нормально. Боялся, что все тряхал, блядь. Да. А этот молодцы, доволен, блядь. Да. Ну хорошо. По 2 месяца, мартовские. Ага. Ну у меня там тоже он одни, почитай, молодежь. Так он все тряхал, блядь, боялся. Ну потому что он первый раз. Ага. Первый раз ветром сносит. Да, а да, сейчас да. Нормально. Сейчас стих. Нормально, ветер стих, вот они пошли вверх. 11 штук, посчитай. Иванка там Кременского. Да, 11. 11 набор высоты, хорошо. Набирает высоту 11 штук. А как ты загонять будешь, Маша? Як? Ничего. Там можно проехать якось. А нет, может на Кудрашовку поеду. Посмотрю. Не говори. Ух. Вроде бы и начальник-то какой-то вшивенький, да? А приехало народу. Берут высоту уже метров 100, наверное. Небольшая раскачка со двора. 3 белых хорошо видно на голубом. Дождь был вчера в Кудаше? Да, я думаю, что был. В общем, точно я даже не знаю. Ты знаешь. Да. Я приехал, да, даже в этом, в бочке не было воды. Наверное, не было дождя. Полосой. Хорошо, я полегче. Ну, полосой. А сколько времени? А то я не засек. 6 минут. Скажи, сколько времени. Кучно, хорошо. А у него как летали? Кучно, по двое, по трое, по сколько? Нормально. 7 штук кинул. 7 штук? Да, 5 минут сидел. Все, значит, кинул я ровно в 6. Кидал что-то в боку, как рвануло. Вчера? Да сейчас вот только что кидал, я ж бок надорвал, знаешь, оно же это самое. А бок что? Бок подорвал себе. Да я, блядь, вот тут вот кидал. Я вот месяц тут назад в бассейн прыгнул, ага. До сих пор грудак болит. Так, да. Прыгнул как-то. Я, ну, это, до сих пор на левую сторону переворачиваюсь, вся грудь как-то болит, мышцы. Сегодня видел Сергея Ивановича, плохой такой на вид. Сука долго болел. Смотри, как белые поперли. Да шо он, это самое, Сергей Иванович, Трофим он, блядь. Что это там, что это они играются? Играются просто, да, Андрюха? Игрались они так просто, да? Трофим онкология, ё-моё. Набирает высоту. Классно, молодцы. Кучно над домом все, никто не балуется. 6 часов результат. Немножко ветер чуть разворачивается на северный, похолодало. Отлично пошли. Блядь.
Три белых молодых. Это Андрюхин полосатый тут, мне кажется. Отлично, пошли. Сейчас выйдем. Вот. На стройке кто-то на хвосте падает прям. Да. Один остался, один в горе остался. Вот гля, как он падает. А эти двое вниз, один прям на хвосте едет. Это может ласточка, вот эта конопатая. Подло так ехала только что. Одно осталось в горе выше всех. Это конопатая могла быть. Метров 300. Ласточка я назову. Метров 350 верхняя. От кучи вот этой, от этой семи, да? Ну там от семи еще два вот это спустилось, стройки они стояли. А в горе он еще одно стоит. Понял. Конопатова я не погнал. Выше себе. Метров на 150 от двойки. Эти там, эти стоят вот метров 150. А те стоят сюда метров 250. Куда? А тут метров 300. Слышь, вот две на одну твой, наверное, вот в шестерке, да, вот он, вот возле белого, да, сейчас, да, как ты думаешь? Да, да, это да. Он. Одиннадцать штук погнали, а в камере только шесть. Вот над ними сейчас верхний один стоит с двойки. А, так оно еще тут одно, вон еще два. И над ними вот. Над ним одно. Да три вот они над нами. Вот те, что спустились, три. Два, вот они опять догнали того. Метров 350 до них. А между шестеркой и вот этой тройкой еще одно он висит. Ложиться надо, блядь, шея устанет, блядь, дымится. Стоят, супер. Что в тройке? Вот они сейчас на белом. Выпадает две на одну. Ага. Тройка пошла метра уже 400. Тройка, Андрюха говорит, метров 400. Вот они на белом уже тройку поймать. Да, подожди, вот. я хочу. Эти плохо, я хотя бы шестерку хочу поймать. Он семерка. Семерка? Вот, поймал было. А то, что падало с тройки, вот он... Еще... Поймал тройку. Еще видно, как крылышками работает, но уже высоко. Поймал тройку. Тройка. И шестерка сзади, да? А кто в тройке, как ты думаешь? Там? Не знаю. Что-то одно... Все сплошные. Конопатая, наверное. Наверное, конопатая. Она вот и блестит так вот. Да, наверное, конопатая. Может, стальная там. Иванка. Вот они кружок дают, да? Не кружок, а, они так, ходят так, мы белые. Они, ага, они так как качнулись. Сегодня они, будет результат. Они набирают. Сейчас еще ж у меня есть, что кину, слышь? Да пусть вот эти вот чуть-чуть оторвутся, можешь. Шестерка вот эта, ну, шестерка, да? Там одно что-то все-таки падает. Оно падает с самой горы, прошло шестерку, что-то жалуется. Три белых шестерки и три темных. Угу. Одна на две поясы, там еще больше не видно. Стальную я вижу. Стальная две на одну. Стальная какая? Сплошная? Я не понял. Наверное, сплошная. Тракториста. Тракториста, наверное, Пашина. Вот она сейчас шестерка к дому, к домам. Класс. Угу. А тройку, я тройку вообще уже что-то не вижу. Да они же немножко качнулись, ты, наверное, не в то место смотришь. Они же так немножко... Да я же не против, они набирали. Да. Они сейчас могут точь-в-точь. 350. Сейчас одной стройки будет почти здесь, потому что одной стройки падает. Оно вот рядом шестерка, левее чуть-чуть от белого. Видишь, угу. Белый, крайне белый, он рядом с ним. Высота вот эта 350, наверное, да, уже вот эта шестерки? Да. Да, там двойка в самой горе осталась, с тройки что-то одно падает, сюда приближало, ой, класс. Да, их там три. Опять, там семерка опять, а тройка в горе так и есть. Вот 10, значит 10, да? Сейчас на белое выходит тройка. Угу. Метров на 150 они выше. Да, тут метров 300, а там метров, ну, под 500. Вот они сейчас на белое тройка выходит, на чисто белое. На чисто белое? Да. Вот они сейчас чуть-чуть напередок, только вышел метров на 200. Метров от на... этих? Ух, ё-моё, да там уже высота завал. Да, да, так оно и в этих высота сейчас уже метров 400 у них. Я увидел вот одного, а верхнего. Сейчас, а те уже на средней, да, их уже не видно, как крылышко. Одного я верхнего увидел, он, на, ну, белом. Тройка они вместе стоят. И да. Эти за ними. А какого вообще одного вот это увидел? Один. Конопатого. Не, обожди. Волосатого.
Слышь, а от одного куда вот их взять, если одного я вижу? Я одного не вижу. Они разбились. Вот он сейчас на голубом один. Белый? Не, темный. Вот он к белому подходит. Вот белый и темное. Или это нижнее? Один белый падает, пошел он падает. Да, резко падает на учебник. Вот второй... белый и темный. Там двое. Там двое, белый и темный. Да. Да. Второй белый падает резко, причем, да, затем пошел. Видишь, как парашютист, один уходит на учебник, да. Второй за ним. Резко причем. А там остался белый и темный. Нету. Короче, не вижу ничего. Не видишь ничего уже? Белый и черный там остался. Ну я вижу их, я их вижу. А белые. А, там с белыми еще. А вот это с отошедшими белыми еще трое. Понял. Остались темные и белые один. Эти уже падают. Это самые молодые, видать. Сейчас вот. Я еще тогда отнесу, давай. А третий.